В Березняковскую прокуратуру обратилось сразу несколько семей, которых лишили законного права на получение земельного участка. Люди столкнулись с проблемой после того, как Березняковская городская дума внесла поправки и изменила нормы земельных участков с 600 квадратных метров земли до 400. Обе семьи на тот момент уже стояли в очереди на землю. В какой-то момент одна из них получила наследство, и местные чиновники посчитали, что многодетная семья больше не имеет права на земельный участок. Тогда прокурор в интересах малолетних детей вышел в суд. У нас есть федеральный закон, по которому многодетные семьи получают непосредственно земельные участки. Однако, если у вас есть уже земельный участок или каким-то образом он у вас появился, то здесь должна быть установлена норма. Норма устанавливается органами местного самоуправления. Если мы будем смотреть по старой норме, то закон по факту не должен иметь обратной силы, что и не написано в постановлении Березняковской городской думы. И таким образом получается, что все-таки, встав на учет, признав право за этой семьей, мы говорим о том, что они имеют право вообще на получение земельного участка. В течение нескольких судебных заседаний прокурорам удалось доказать, что права многодетных семей были ущемлены. Теперь их обязаны восстановить в порядке очереди. Вот как прокомментировали ситуацию в администрации города. Судебные решения по восстановлению многодетных семей в очереди исполняются по мере их вступления в законную силу. Понимая социальную значимость этого вопроса, администрация города не планирует оспаривать данные решения. Администрация города будет учитывать сложившуюся судебную практику и выдавать участки многодетным семьям с учетом даты постановки в очередь и наличия участка определенного размера. Сейчас земельные участки для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям распределяются в районе Шарап. Анна Аксенова, Никита Игнатьев. Наши новости.